Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на канале ЭНСК-49. Сибирский антициклон еще раз справился с вытянувшимися из-за Урала циклоническими ложбинами и расширил свой западный гребень до Южного Урала. Но перестройку высотных процессов ему уже не остановить. А теперь о погоде более подробно. 19 февраля в Новосибирске небольшой снег со слабой метелью. Ветер южный 2,7, порывы до 12 метров в секунду. В темное время суток минус 11-13, днем температура воздуха поднимется до минус 6-8 градусов. Вы смотрели прогноз погоды западносибирского метеоагентства. На этом я прощаюсь и желаю хорошего дня.